царства царя, в чертогах есть палата. Она не золотом, не бархатом богата. Не в ней алмаз венца хранится за стеклом, но сверху донизу, во всю длину кругом, своею кистью свободной и широкой ее разрисовал художник быстроокий. Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон, ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен, ни плясок, ни охот, а все плащи да шпаги, да лица, полные воинственной отваги. Толпою тесной художник поместил сюда начальников народных наших сил, покрытых славою чудесного похода и вечной памятью 12-го года.